Жили они долго и счастливо. Так бывает только в сказке. Но она закончилась, как только наш необычный друг собрался жениться на красотке. Объявляю вас плюшевым мишкой и женой. Поцелуйте супруга. Как видите, мир окончательно слетел с катушек. Слушай, зашибательская новость. У нас с Тамилин будет ребенок. О, круто! Стоп, а как же вы это? Вот, нам нужен донор спермы. Эй, ты что творишь? Разминаюсь, чувак. Да ничего там разминать, ты бы руку попридержал. Для тебя стараюсь, хочу по-быстрому все оформить. Полегче, здесь приличное заведение. Эй, Джонни, готово? Вот он, малыш. Лови. Рехнулся, это ж чьи-то отпрыски. Ай, мама, черт! Блин, в глаза попало, затекает. О, стой, сделаю фотку и запущу в Facebook. Что? Хэштег секси понедельник. На помощь! Нифига себе, Тедди! Тут сказано, если мы хотим детей, тебе придется доказать в суде, что ты дееспособен. Во беспредел. Мы поборемся, наймем адвоката и засудим их за нарушение прав. Я Саманта Джексон, а вы должно быть так? Да, Саманта Джексон. А как второе имя? Лесли. Ничего себе, то есть ты Сэмюэл Джексон? Обалдеть, совсем как Сэмюэл Л. Джексон. Кто это? Вспомни любой фильм, как черный, так он. Тебе отказывают в элементарных правах, потому что ты не такой, как все. Возьмешься за мое дело. Тед, как ты думаешь, у тебя есть душа? С нею, с душой, я пою эту песню. Протест отклонен. Чтобы стать личностью в глазах закона, ты должен доказать свою ценность для общества. Ну и где мой кофе? Это же не высшая математика, мат, не надо! Вот хамло. Спорим на двадцатку, я закину крекер прямо ему в штаны. Давай. Сказал, сделал. Ого, офигеть! Кто посмел? Сэр, прошу вас, простите моего пятилетнего сына. Как не стыдно, сиди и жуй свои рыбные палочки. Палочки! Погнали, погнали! Так, я попробую задать вам пару вопросов. Да, валяй. Вы считаете себя личностью? Протест. Поддержан. Свидетель не может протестовать. Отклонить. Совещание. Виновен. Не доказано. Домыслы. Пристав. Присяжные. Неуважение. В мой кабинет. Не давите на свидетеля. Я все сказал. Из нас выйдут крутые адвокаты. Третий лишний.